Зеленограда. 14 номер Семен Лаврентьев. 16-й Алексей Сатаров, 13-й Кирилл Голосницкий, 30-й Евгений Гаврилов и 21-й Ника Шаматава. Прорыв по правому краю. Пока удается отобороняться, но ненадолго. И первую попытку зеленоградцы заносят. Блестяще разобрался третий номер команды Павел Грибков. Левый столб, проб, игрок. Первой линии нападения зеленоградцев Павел Грибков заносит первую попытку в этой встрече. Ну и начало более чем второй команды ВВА Подмосковья. Вы наверняка знаете о том, что аж 6 человек перешли в состав Зеленограда после того, как завершился первый круг. Теперь уже по дальнему от нас флангу феноменальный прорыв. И счет становится 12-0 Голосницкого, но этого сделать не удалось. 12-0. В игровом виде спорта зависит многое. Сегодня главный судья встречи Алексей Лебедев из Монина, славящегося своими регбийными традициями. Вот именно ребята из Монина перешли стан Зеленограда. Все блито в составе империи под 140 килограмм веса, если верить официальным данным. Алексей Титов и Дмитрий Горячев, естественно, это игроки первой линии нападения. И все-таки состоялся прорыв, но коснулся ли мяч земли? Нет, не засчитывает арбитр попытку. К сожалению, для империи возможность воспользоваться услугами видеорефери. И, естественно, сами игроки прекрасно понимают, что сегодня есть реальная возможность заработать 4 очка. И попадает Кураев во время рака, но, наверное, даже в меньшей степени касается эта тема игры вперед со стороны зеленоградцев. Берников бьет безошибочно. Ни другим вряд ли удастся, хотя по два тура, по два матча провели на втором этапе обе команды. Смотрим, чем все завершится на сей раз. Да, попадает Берников. Там аж кувырок нежданно-негаданно произошел. Попадает Берников. Меньше играть командам. 23-15. И при таком счете одна попытка плюс реализация. Сами понимаете, империя вплотную приблизится. И сейчас похоже, что да. Только самые преданные болельщики имперцев в это верят. Но вот так не удалось до конца рассказать о развитии регби, истории в Пензе. А местная пензенская команда, регбийный клуб Пенза, становился и победителем, чемпионом России в регби-7. Но об этом уже в наших следующих трансляциях. А сейчас с огромным удовольствием поздравляем с первой победой в этом сезоне регбийный клуб «Зеленоград» 23-22. На мой взгляд, лучшего игрока сегодняшней встречи Вячеслав Берников, 10-й номер –